Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия ООО «Автоспецтранс» больше так не называется. Название организации официально сменилось на ООО «Карельский экологический оператор». Причин тому несколько. Во-первых, регоператора часто путали с одним из подрядчиков по вывозу мусора МУП «Автоспецтранс». А во-вторых, компания обещает полностью поменять подход к обращению с отходами в Карелии. Оператор планирует не просто перевозить отходы из пункта А в пункт Б, но и заниматься сортировкой и переработкой отходов, чтобы снизить объемы их захоронения на полигонах. Кроме того, компания планирует установить возле крупных торговых центров Петрозаводска 3 экостанции для приема разных видов отходов, а также накопители для ПЭТ-бутылок на некоторых контейнерных площадках.